Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем обсуждать важнейшие темы международной политики, экономики. Сейчас продолжается история с Ираном. Цены на нефть практически находятся в отметке $80 за баррель. Они вчера начали расти после того, как Майк Помпео, госсекретарь США, сделал очередное заявление, выпад в сторону Ирана, сказав, что санкции будут ужасными. Эти новые санкции, которые грозятся США сделать против Ирана. Но, собственно говоря, эта история уже достаточно долго тянется, но, тем не менее, пока конца ей не видно. И более того, ситуация может обостриться. В политической плоскости есть очень серьезное давление на Иран, но сейчас США и их союзники оказывают давление не только на Иран, но и на другие центры силы, пытаясь сдержать образование так называемого многополярного мира. То есть новые центры силы, экономической, политической, влияют на международную политику и экономику, и это не нравится бывшим хозяевам мировой политики. Ну, во всяком случае, о давлении США и их союзников на новые центры силы говорил наш Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности, на встрече секретарей безопасности стран ШОС. И его слова о том, что именно эти страны должны играть все большую роль в обеспечении мировой стабильности и безопасности. Безусловно, Шанхайская организация сотрудничества сейчас все больше и больше набирает обороты, силы и пытается действительно противостоять односторонним подходам в мировой политике. Но если вернуться к Ирану, то похоже, что европейские власти все-таки не хотели бы выходить из сделки. Они уже неоднократно об этом говорили. И вот в очередной раз министр иностранных дел ФРГ господин Маас сделал заявление. Мы, европейцы, хотим сохранить подписанный в Вене совместный всеобъемлющий план действий по Ирану, поскольку это укрепляет безопасность Германии и Европы. Иран наш сосед, и мы не видим иных альтернатив данному соглашению, поэтому мы не выйдем из соглашения. Мы не хотим, чтобы Иран продолжал свою ядерную программу. Вот такая непростая ситуация. Ее мы будем обсуждать с нашими гостями. У нас в студии Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. Сергей Засорин, политолог, директор Института иностранных языков МПГУ. И на скайпе из Чикаго с нами Михаил Тильман, политолог, общественный деятель. И, возможно, еще один эксперт к нам подойдет чуть позже. Ну, а пока мы начнем вот такой тесной кампанией обсуждать тему. Борис Васильевич, вот такие заявления господина Мааса, насколько они все-таки имеют под собой вес, серьезность, что ли? Или это просто вот некие декларации? Да, действительно, со стороны стран Европейского Союза раздаются такие заявления, которые можно считать обнадеживающими в плане сохранения соглашения по ядерной программе Ирана. Но, на мой взгляд, это, увы, только отдельные заявления, а страны ЕС, они следуют в русле политики Соединенных Штатов. И вряд ли можно предположить, что страны ЕС встанут твердо на сторону сохранение этого соглашения вместе с Россией, с Ираном. Это достаточно проблематично. Я думаю, что все-таки страны ЕС, несмотря на это заявление, будут следовать в русле политики Соединенных Штатов. И это, собственно, то, на что надеется Трамп в своем давлении на Иран. И здесь надо сказать, что Трампа в этом активно поддерживает Израиль. И это вот такая политика, последовательная, я бы сказал, политика Соединенных Штатов для достижения тех целей, которые определил Трамп. То есть вновь создание великой Америки, Америка прежде чуть всего. Чуть ли мне не хотелось сказать великой Германии, знаете, как-то вот так вот созвучно это звучит, как-то звучит созвучно, да. Да, Борис Васильевич, понятно. Сергей Алексеевич, вы как думаете, вот эти заявления обычной Германии, нормальной ФРГ,
Это серьезно все-таки или это некие декларации, немножечко так вот посопротивляются на словах и, как обычно, пойдут, вот как уже было сказано, в русле Большого Брата? Я полагаю, что это серьезно. Будут действовать. Я думаю, что это серьезно, поскольку если бы не серьезно, то Ангела Меркель не приехала бы в Сочи, а министр иностранных дел ФРГ не отправлялся бы завтра в Вашингтон для личных переговоров с Майклом Помпео. Это действительно ситуация выбора. Выбора и немцев, и примерно в той же степени англичан, и французов, поскольку, ну вот что сейчас звучит на всех уровнях обсуждения этой проблемы в Европейском Союзе? Что Трамп своей достаточно одиозной, достаточно прямолинейной, упрямой политикой, он разрушает западное единство. Даже вот так вот, да? Западную... Именно так. Ну, а вы обратите внимание, а о чем вчера заявил Дональд Траск, который возглавляет Еврокомиссию? Трамп своими последними действиями разрушил иллюзию, которую мы, европейцы, испытывали по отношению к Соединенным Штатам. Я бы так вообще трактовал эту мысль об иллюзии. То есть иллюзия в том, что американцы все-таки верны вот этой вот атлантической солидарности, а не своим эгоистическим интересам на мировой арене. И во-вторых, что для них все-таки демократия что-то значит, а не только свои, извините, личные экономические позиции в мире. То есть сегодня идет пересмотр ценностей. И если Трамп, может быть, затевал всю эту историю с санкциями против Ирана и сделкой ядерной, чтобы укрепить то самое атлантическое единство, давайте вспомним, да? Вот сейчас, наверное, Черчилль в гробу переворачивается от изумления. Почему же так? Ну, от изумления и, может быть, чуть-чуть, скажем так, от восхищения перед авантюризмом американского президента. Я напомню, что он так не умел делать в свое время. Нет, что он когда-то в свое время ведь придумал идею атлантической солидарности. А сегодня, это же пародия, когда сегодня попытались англичане Терезы Мэй на основе дела Скрипаля построить всех дружными рядами. Ничтожный повод, не получилось. Сегодня вокруг ядерной сделки не получается. Мир реально раскалывается на многополярные центры силы. И американцы, придумав вот некое такое, скажем, усиление общей позиции, получают в ответ разлад и раскол. Я думаю, что это серьезно. Это не только сейчас, но сегодня некая критическая черта наступает, и это будет продолжаться. Чем сегодня закончится? Есть еще один момент. Ведь обратите внимание, что сегодня заявляют западноевропейские лидеры. Если иранское руководство со своей стороны заявит о выходе после уже американцев, то и мы тогда подумаем. Ну, тогда, да, собственно, о чем разговор. Тогда и мы подумаем. Вот такая, знаете, игра нервов. Кто первый в этой ситуации не выдержит, поддавшись или не поддавшись на ту провокацию, которую начал фактически президент Трамп. Но, тем не менее, Иран пока не собирается выходить из сделки. Неоднократно руководство Ирана об этом заявляло. К нам присоединился Константин Блохин, эксперт Центра исследований проблем безопасности Российской Академии Наук. Константин Владимирович, вот мы, может быть, вы не до конца слышали, мы приводили в пример слова господина Мааса, министра иностранных дел ФРГ, где он в очередной раз заявил, что его страна будет привержена сделке с Ираном и готова отставить свои интересы. Вопрос, насколько серьезно это заявление, тем более он действительно едет в Вашингтон и, наверное, разрешение спрашивать, или все-таки договариваться он едет как равный партнер. О чем идет речь все-таки? Ну, ваш вопрос очень серьезный, он даже не на миллион долларов, а на несколько десятков миллиардов, я бы сказал. И не на одну программу, я так понимаю. И знаете, конечно, здесь дело в том, что Европа, она устала от экстерриториальных санкций в отношении России, американских, а здесь, конечно, иранские санкции. Это уже, да. Фактически это же на них санкции. Да, они, да, теряют миллиарды долларов, да, со своих инвестиций. Да, и многие-многие компании, и Total, и Рено, и Пежо, и тот же самый Боинг. И, конечно, здесь я полностью согласен с предыдущим... Ну, Airbus, наверное. Да, Airbus. И полностью согласен с предыдущим спикером. Дело в том, что Трамп не только раскалывает вот это евроатлантическое сообщество. Мы видим интереснейший расклад геополитический. С одной стороны выступает Европа, Россия, Китай, Иран. А с другой... То есть вы Европу в ряд поставили, вот этот, который вы назвали? Безусловно, да? Потому что Трамп растоптал, по сути, все договоренности. А ведь ядерная сделка это была, в принципе, триумфом коллективной многосторонней дипломатии. И Трамп... И той же...
вот этой атлантической солидарности. Безусловно, да? Евроатлантической солидарности, как сейчас модно говорить. И, конечно, Трамп показывает, что с Америкой никакие договоренности не могут быть. В принципе, за последнее время Трамп вышел из Транстихоокеанского партнерства, из Парижского соглашения. Ну, там оно фактически еще не было по-настоящему-то ратифицировано и так далее. Там еще можно было отыграть назад. Он это сделал. Но здесь-то все уже даже ООН это все признали. Из ядерной сделки на очереди уже говорят РСМД. И, конечно, я думаю, что Трамп начинает даже новую фазу информационно-психологической войны. Заметьте, вчера новый госсекретарь Помпео выступил в фонде наследия. Это главный аналитический центр Трампа. Также фонд наследия был и главным аналитическим центром Рейгана. И вот, конечно, речь Помпео была... То есть республиканцев. Республиканцев, да. И, безусловно, речь Помпео была нацелена на то, чтобы вселить в Иран шок и трепет. То есть... Что Рейган Советским Союзом сделал? Да. А уж с вами-то мы типа быстро разберемся. Да, и, конечно, здесь он говорил, мы вашу экономику полностью уничтожим, если вы не измените внешнеполитическую траекторию вашей страны, не откажетесь от ядерной программы. Говорит, да. Да, да. И, конечно, здесь, я думаю, ирония состоит в том, что вот уже американские политические деятели и политологи говорят об этом уже почти 40 лет. Но дело в том, что администрация Трампа взяла курс... Ну, 79-го, да. Скоро почти 40 лет, да, юбилей. Через, да, год, да. Да. И, конечно, дело в том, что администрация Трампа взяла курс на усиление конфронтации с Ираном. Мы это видим и по кадровым изменениям. А тот же Джон Болтон, назначение которой не стесняется. Ну, сменили фактически, да, всю, да, политическую верхушку. Да. Я имею в виду чиновников. Да, да, да. И, конечно, и мы это видим по союзникам США, которые, по сути, подстрекают США к конфликту с Ираном. Тот же Израиль, та же Саудовская Аравия. Я хотел сказать, на кого вы намекаете, а вы их так сразу и называете. Ну, мы знаем. Ну, вы их обвиняете в подстрекательстве войны, фактически. Ну, поэтому серьезное обвинение. Ну, понимаете, те же откровения... Это ваше экспертное мнение. Те же откровения Нетаньяху в Организации Объединенных Наций, который говорил, вот Иран, по сути, является пороговым государством, осталось, по сути, считанные часы, Иран получит ядерное оружие, и уже потом, по сути, мы уже не сможем говорить с Ираном языком ультиматумов. Угу. Хотелось бы так разговаривать. Да, конечно, хотелось разговаривать. Они одержимы идеей смены режима. И, конечно, сейчас, по сути, я думаю, что Трамп взял такую же тактику, как в отношении Северной Кореи. Это классика конфликтологии. Это эскалация конфликта. Да, да. Довести до абсурда. До абсурда, а потом сесть за стол переговоров. А потом отыграть. Да. Мы сейчас Михаилу Тильману дадим слово. Он, наверное, будет защищать Трампа или, я не знаю, Михаил, вашу позицию, но я так предполагаю, раз вы политолог, общественный деятель и из Чикаго, ну, во всяком случае, по скайпу, то, наверное, что-то в оправдание скажете. Вот конечная цель Дональда Трампа, он что хочет, вот, делая вот эти такие резкие, мягко скажем, шаги на международной арене? Как по-вашему? Чем все это закончится? Ну, оправдывать Трампа я не стану. Вы не его сторонник. Если я живу в Чикаго, это не значит, что я буду его оправдывать. Да? Но что касается конечных целей Трампа. Видите ли, он не видит свою деятельность как деятельность, направленную на разрушение, скажем, союзнической связи с Европой. Он видит это скорее как переформатирование отношений между США и Европейским Союзом. А все-таки начинаете защищать. Нет, ну почему? Это не защита. Надо просто понять логику его действий. Пожалуйста, конечно. Вот давайте посмотрим на две вещи. На самом деле их стоит сопоставить. Месяца, ну или полтора назад, Трамп затеял тарифную войну. Вел тарифы, да, в том числе. И, естественно, он их вел и сразу же приостановил для целого ряда стран. Да. Эти тарифы по отношению к Европе зависли в воздухе. Теперь Трамп выходит из ядерной сделки с Ираном и требует, естественно, от европейских союзников сделать то же самое. Значит, таким образом, в обмен на пошлины, есть... я правильно понимаю? Да, пошлины, да, тарифы, да, простите, я просто, да. Пошлины по-русски это, да, правильно. Ну, тарифы, неважно, понятно, понятно. Да, да, ну, по-английски это tariffs, поэтому я, да, моя ошибка. Поэтому у Трампа на самом деле есть в руках рычаги воздействия на
на своих европейских союзников, потому что, мол, ну смотрите, значит, если вы тоже не выйдете из иранской ядерной сделки, ну вот эти вот пошлины же они есть. Пока они повисли в воздухе, но можно их ввести в действие. Поэтому на самом деле не так все однозначно и просто. У него есть рычаги воздействия на европейцев. И он действительно может потенциально добиться от них выхода, просто заставить выйти из этой сделки, как бы им не хотелось. Но это же выкручивание рук, а не солидарность евроатлантическая на самом-то деле. Ну, он, понимаете, он хочет эту солидарность сохранить, но в новом формате, в новом виде, понимаете? А, то есть с руками сзади, вот в такой позе должны стоять европейцы. На самом деле, вы же понимаете, что по большому счету, значит, европейские союзники, та же Германия, например, не обладает настоящим, полноценным суверенитетом, во всяком случае, в области внешней политики. Здесь с вами сложно согласиться, да. Да, это оккупированная страна, значит, вот, везде, где есть база американская, это страна, в общем, находится, по сути, под оккупацией Соединенных Штатов, частично, по меньшей мере. Поэтому он просто переформатирует. Конечно, цель в Иране для Трампа, ну, наверное, смена режима, но это скорее мечта Болтона, чем самого Трампа. Трампу уже нужно на самом деле добиться от Ирана, чтобы он перестал вести себя так, как он ведет. Ну, вернее говоря, что он перестал быть Ираном. Вот это вот, вот это вот его цель. А кем бы он стал, по его мнению? Саудовской Аравии или кем? Надо будет добиваться смены режима. Это конечная цель. Добьются они этого? Ну, я не думаю, вряд ли. Если бы я был иранцем, я на самом деле, во-первых, сразу бы, значит, ниоткуда бы не выходил. Я бы сразу бы сказал, ну, смотрите, во-первых, как с американцами нельзя договариваться ни о чем. Они, ну, так они примерно так и говорят. Сразу же выходит, правильно? А во-вторых, Иран на самом деле получает от американцев в конечном счете то, чего хочет. Если позволите, я вам три примера приведу. Просто три примера. Да, да? Пожалуйста. Да. Первый пример. Значит, когда в 79-м году захватили американское посольство радикалы в Тегеране, вы помните эту историю, очень удивительно. Да, она была знаменита для своего времени. Больше года держали, выпустили во время, в день инаугурации Рейгана, 20 января 81 года. Какие были требования у людей, которые захватили посольство? Требований было сначала два. Первое, отдайте Шаха, Шах тогда был в Америке, лечился от рака, отдайте его, чтобы мы его судили. Второе было, извинитесь за то, что вы в 1953 году свергли правительство Масадыка. Вот два требования. Потом добавилось третье требование, потому что американцы в ответ заморозили 8 миллиардов долларов иранских активов. Тогда санкции начались, собственно, как таковые. Да, да. И, соответственно, они потребовали, отдайте эти 8 миллиардов разморозки. Вот три. Ну, Шаха не отдали, он потом вскоре скончался. Вот. А теперь про Масадыка, про 8 миллиардов. За свержение Масадыка в конечном счете, то есть через там, лет 15 примерно, извинилась администрация Клинтона, пронесла официальное извинение Ирана. 8 миллиардов вернул Обама после ядерной сделки. Знаменитые два самолета с наличностью... С процентами хоть вернул-то или как? Да нет, я думаю, там без процентов было. Ну, правда, в разной, да, в разношерстной валюте. Это первое. И третий, значит, пример, это два было. Третий пример очень тоже интересный. Ну, простой. Вот договаривались об этой ядерной сделке. С чего начали американцы? Они начали, естественно, с того, что потребовали от Ирана прекратить опасные действия и полностью отказаться от обогащения урана. Это были требования в рамках принципа международного права нераспространения ядерного оружия. Американцы трактуют... Но здесь какое-то естественное требование, наверное, было на тот момент. Да? Да, но трактуется таким образом. Американцы понимают это так. Может быть, не все это понимают так, но американцы так понимают, что это означает, что любая неядерная держава не имеет права вообще иметь предприятие по обогащению урана. Все, точка. И этого американцы требовали даже от своих союзников и дружественных стран. А тут уже Иран теперь. Так вот, с этого началось. Но в 2014 году уже разговор шел о том, а сколько урана все-таки можно Ирану обогащать. Ну, то есть там пошел торг по поводу сделки, которая была заключена уже позже. Да, Иран, соответственно, опять получил, в принципе, то, что хотел. Соответственно, с точки зрения иранцев, надо набраться терпения, твердо стоять. В конечном счете, американцы дадут позиции еще. Михаил, ну, ваша позиция понятна. Борис Васильевич, вот так ли все будет, как говорит Михаил Тильман, что Иран просто вот нужно сидеть на берегу реки, как китайцы, и ждать, когда проплывет труп твоего врага. Ну, условно говоря, да, вот такая метафора. Вот да. Проплывет труп врага хотя бы в этом вопросе для иранцев или нет? Я во многом согласен с предыдущим
спикером. Действительно, что касается европейских стран, Германия – это оккупированная страна. Я неоднократно бывал в Европе, в Германии, во Франции особенно. Во Франции также сильнейшее влияние Соединенных Штатов. Я не говорю уже о Соединенном Королевстве, Англии. Это просто союзник и, так скажем, союзник, который во всех отношениях всегда следует в русле политики Соединенных Штатов. Так что надеяться на то, что Европа, вот как ранее говорили, встанет в ряд и с Китаем, и с Россией, и с Ираном, но это иллюзии. Такого никак... нельзя вот так через запятую их, да? Да, такого никогда не будет. Такого никогда не будет. Европа, да, она будет высказывать свои претензии к Трампу, будет высказывать свою критику, но в конце концов согласится, я согласен с предыдущим оратором, и пойдет в русле политики Соединенных Штатов. И здесь я хотел бы отметить два момента. Вот то, что делает Трамп. Он делает вот в том порядке, который, собственно, он и определил. То есть Америка превыше всего. И здесь он же определил совершенно четко тех, кто препятствует вот этому, этим целям. Это Иран, Россия, Китай, КНДР. И вот сейчас он, собственно, реализует вот эти вот цели. То есть с КНДР, да, вроде бы там какие-то соглашения, но это же подается как капитуляция, ну, как КНДР. Ну, победа Америки, да. Следующее, сдача позиции. Следующее – Иран. Иран, ведь если мы посмотрим на вот то, что будет, если Иран согласится на это, или даже если не согласится, но против него, соответственно, могут применяться санкции. И здесь я хочу отметить, что не только санкции, возможно и военные действия, возможно и то бомбардировки. То есть вы считаете, возможно военное решение? Вполне возможно бомбардировки этих объектов. Ведь ультиматум Ирану – это вывести свои воинские подразделения из Сирии. Это вот если вы он... Майк Помпео, да, его 12 тезисов, которые он озвучил? Это Помпео озвучивает то, что хочет Трамп, то, что хочет американская верхушка. Здесь это надо прямо сказать. И вот если это произойдет, то есть если они добьются этих целей, ведь цели максимальное в отношении Ирана, максимальное ослабление Ирана, это минимум, а возможно, как вот я согласен с предыдущим оратором, смена режима, а возможно и разрушение, расчленение Ирана. Ну это американцы умеют делать, им вот, слабее, И вот посмотрите, что будет следовать за этим. Иран, если Иран будет ослаблен и он не будет присутствовать в Сирии, это поражение России в Сирии, это тоже совершенно очевидно, поскольку если Иран не будет присутствовать... То есть они решили за нас взяться через Иран, на ваш счет? Да, не будет, если Ирана не будет присутствия в Сирии, значит, не будет присутствия Хезболлы, не будет присутствия других союзников сирийцев. А России одной справиться с радикальным исламизмом и со всеми теми, кто действует против Башара Асада, достаточно сложно. И здесь это уже поражение России. А поражение России, это значит приход к власти в части Сирии, поскольку Сирия будет расчленена, это совершенно очевидно, на квазигосударство. И в каких-то квазигосударствах придут к власти радикальные исламисты, которые будут наносить свой джихад последующий и по Ирану, по странам Центральной Азии, и по России. Это тоже совершенно очевидно. Такая цепочка выстраивается достаточно серьезная и достаточно опасная. То есть Сирию дробить нельзя? Я правильно понимаю? Сергей Алексеевич, как вы думаете, вот все-таки эти 12 тезисов Помпео, они хоть частично реализуемы? Или это вообще фантазии? Во всяком случае, иранское руководство очень жестко ответило на вот эти 12 тезисов. Давайте послушаем, что сказал президент Ирана. Парень, который работал в шпионском центре США и теперь стал государственным секретарем страны, делает странные заявления. Он хочет решать за Иран, что ему делать. Это просто смешно. Ну, достаточно жесткий ответ. И, собственно говоря, вот, Сергей Алексеевич, как вы думаете, все-таки какой-то компромисс здесь возможен? Ну, во-первых, хочу немножко здесь не согласиться с предыдущими выступающими. Западная Европа, в первую очередь, в лице Германии и Европейского Союза в целом, в военном смысле, конечно, это придаток американской части НАТО, это понятно, но в экономическом смысле. Я бы не говорил, что никогда Европа не пойдет через запятую. Пойдет она через запятую через какое-то время по мере ослабления американского экономического диктата. Это первое. Второй момент. Ну, как
как-то вот переформатирование, я хочу здесь немного с Михаилом не согласиться, это вот, знаете, задушить в объятиях так примерно. Придушить сначала, проявляя дружбу. Там, а потом поцеловать в лобик. А потом, да, поцеловаться и согласиться, что надо вместе до чего-то договариваться. Плохо получается договариваться, потому что у немцев в большей степени и у других европейцев есть совершенно свои экономические интересы, связанные с Россией и с Ираном, и никак американцы это не исправят. Это уже будет, вот это будет навсегда, очевидно. Следующий момент. Попытка изменить режим в Иране с помощью давления силовых методов. Вот вы сейчас, Александр, сказали, что американцы это умеют. Американцы показали, что это не умеют они делать. Невозможно экспортировать демократию. Нет, подождите, они умеют в кавычках, конечно. Вот я имею в виду Ирак, Ливия. А что, вот а что там умеют? Демократия восторжествовала? Я как-то очень хорошо помню, однажды в Лондоне антивоенная демонстрация, еще первая бомбардировка Ирака, и там такой плакатик нарисован. Американский флаг вместо звезд бомбы падающие. И надпись. Да, да, сколько да. сегодня тонн демократии американцы отправят в Ирак? Да, вот, вот в этом смысле. Нельзя на штыках демократию принести, и есть вполне закономерная политическая тенденция. Чем больше давит на авторитарный режим, тем он больше укрепляется изнутри. Единственный путь – интервенция. Но интервенция сегодня военная американская в Иран – это не Ирак, это не Афганистан, это не Ливия. Извините, но это почти Третья мировая война, потому что на стороне иранцев выступят все сегодня исламские организации. Вот что можно было бы сегодня от Ирана постепенно, скажем так, ну не то чтобы требовать, а предлагать отказаться от патронирования самых одиозных радикальных исламских террористических организаций. Вывести Иран сегодня из Сирии, извините, это значит только в одном случае возможно. После уничтожения режима Асада. Вот тогда Иран будет вынужден выйти. Тогда, и мы. Тогда у него не будет просто легитимной основы там находиться. Вот именно. Тогда и нам придется уйти. И вот это будет совсем другой расклад. И последнее. На мой взгляд, все колебания европейцев, они так или иначе будут зависеть от того, какую, подчеркиваю, консолидированную позицию в этой ситуации изберет Россия и Китай совместно. В свете новых встреч, новых переговоров и, я уверен, новых соглашений, не только по экономическим, но и по геополитическим сюжетам. Потому что Европа сегодня не только на Иран смотрит. Она смотрит сегодня и на Россию, и на Китай. Какую позицию мы будем занимать? Ну, там Меркель поехала в Пекин. Ну, конечно, ну, конечно. Того, как посетила поэтому нас, это, да. Это история не сегодняшнего дня. Это история где-то в ближайших 2-3 месяцев, и она будет совокупно как-то так более-менее определяться раскладом сил, которые сейчас происходят. То есть эта история, на ваш взгляд, вот так в активной фазе будет длиться вот этот срок, который вы сказали? Правильно? Думаю, что да. Думаю, что несколько месяцев. Да, Константин Владимирович, вот согласны? 2-3 месяца и будет развязка какая-то в этой истории. Ну, здесь, конечно, таких... А мы с вами еще успеем обсудить эту тему. Прогнозов не стал бы строить. Дело в том, что, конечно, нужно понимать и внутриполитическую ситуацию в США. Скоро выборы. Трамп... Вы имеете в виду в Конгресс? В ноябре. Да. Трамп очень беспокоится, что если на этих выборах победят демократы, то понятно, что они сразу попытаются инициировать процесс импичмента. Трампу надо выглядеть победителем. Он не хочет выглядеть бумажным тигром. Он не раз говорил, и это, кстати, записано и в стратегии национальной безопасности, главный его принцип – мир опора посредством силы, мир через силу. Этим принципом он руководствуется в отношении своих как бы, врагов страны-изгоя и в отношении союзников. То есть заставить посредством силы идти в одном альянсе. Но дело в том, что такой принцип он на самом деле превращает Америку не в лидера свободного мира, не в лидера вот этой евроатлантической солидарности, а можно сказать, в страну изгоя, потому что уже... То есть сама Америка превращается... Америка превращается в главного представителя страны изгоя. Что мы слышали от Трампа с трибуны ООН, что он испепелит Северную Корею? Так лидер свободного демократического мира не говорит. Это во-первых. А второе, это, конечно, ситуация с Ираном намного сложнее и опаснее, чем ситуация
Северной Кореи. То есть вы считаете, что с Ираном все-таки, вот если будет военное решение конфликта, то это фактически Третья мировая война? До Третьей мировой войны не может. Большой конфликт. Да, но, как может быть, какие-то локальные действия могут быть, потому что в отношении Северной Кореи, к примеру, все соседи были против этого удара. Отговаривали и Южная Корея, Япония, Китай. То есть все были против. Более того, у Северной Кореи все-таки есть ядерное оружие. Здесь ситуация наоборот. Мы видим, как та же Саудовская Аравия мечтает о том, чтобы свергнуть тот же режим. Да, здесь ситуация немножко другая. И я с вами согласен, но все-таки здесь гораздо все сложнее. Безусловно, тема крайне непростая, тем более она активно влияет на мировые рынки. Прежде всего, рынки нефти, а это, как известно, один из главнейших показателей мировой экономики. Ну, пока на этом все. Будем следить за развитием событий. Всем спасибо. До свидания.